Всем-всем огромный привет! Я сегодня попала в фикс прайс и наконец-то увидела своими глазами то, зачем бегала целых полгода. Не могла я застать никак органайзеры, контейнеры, ну, комодики такие. И сегодня наконец-то я увидела. И даже вопреки тому, что Нафиса мне недавно прислала в свои посылки эти вещи, я от радости все равно купила еще, ну, потому что я хотела именно такое количество, которое у меня теперь есть. Давайте расскажу и покажу, что же это. Многие показывают в своих обзорах уже эти комодики. Они классные, они стоят 99 рублей. Их можно объединять, соединять, снимать верхние крышки и делать один высокий. Я купила их целых два, мне они нужны. Те, которые мне прислала Нафиса, я поставила на своем большом комоде и в них сложила все свои украшения. Ну, не все, конечно, но часть. А эти мне нужны для ребенка, чтобы он свои там мелкие вещи складывал. И я ему, в общем, обещала, что когда я встречу, я куплю ему. Следующий органайзер акриловый, который я очень хотела. У меня такой, опять же, от Нафисы уже есть один, но теперь у меня их будет два. В первый я сложила все-все свои карандаши для глаз и для губ. Также у меня в маленькое отделение пошли, вот, которое впереди, все мои подводочки и точилочки для этих же самых карандашей. И получается очень-очень удобно. Классный органайзер. Этот мне нужен для туши, чтобы я все туши свои сложила. И второй органайзер мне, если честно, он уже был не нужен, потому что у меня таких уже два. Но этот я взяла на подарок. Мне хочется его подарить одному очень хорошему человечку, которому такая вещь будет очень даже в радость и кстати. Вот так вот он смотрится, второй. Эти органайзеры оба по 77 рублей. Вот. Рада я, что я их застала, что я их купила, что в нашем фикс-прайсе я тоже смогла увидеть такую вещь. Еще из интересного, я уже тоже видела такую вещь в обзорах у других блогеров, но у нас в фикс-прайсе только сегодня встретила. Это вот такой интересный светильник, он является наклейкой. Стоит 77 рублей, как видно. И в него уже вставлены батарейки. Ну, сейчас, конечно, достаточно светло, но все равно видно, как он горит. Смотрится на стене, я думаю, будет смотреться красиво. Я уже как факт говорю, что он уже смотрится красиво. Вот такой вот красивый, интересный светильник будет радовать нас. Потому что бывает ночью встать надо с кровати, и очень удобно, быстренько под рукой включил и пошел. Из новинок встретили, может быть, это, конечно, и не новинка, но вот сегодня увидели, есть вот такие рамки декоративные для мобильных телефонов. Украшения для телефона, защита от пыли и сколов. Я встретила два размера, S и, по-моему, еще M-ка была. Именно наш S-ка подходит для экранов диагональю 3,5 и до 4,5. А M-ка, или я не помню, какая вторая буква, второй размер, по-моему, побольше размеров. Наоборот, от 4,5 начинается и до 5 с чем-то. Невнимательно я, конечно, посмотрела. Они были разные. Вот и зайчики такие розовые, и ушки разноцветные, ярко-неоновые. Мы взяли желтенький, я вот одела, чтобы вам показать. Вот так вот он, не знаю, как показать, чтобы сильно не светить. Вот так он смотрится. Ушки прикольные. И действительно, он такой антискользящий, и будет телефон немножко оберегать. Следующее. Так, я еще давайте по-интересному пройдусь. Приехали такие красивые очечники. Они сделаны прям как под дерево. Очень классный, очень такой прочный футляр для очков, 77 рублей. Вот так вот он смотрится. Ну, это я сниму, это вот эта бирка. Очень солидный и классный. 77 рублей, если уж Вейван точно такой же практически для двух пар очков.
в районе 400, кажется, рублей. Ну, может быть, поменьше, пусть даже 300, но тут намного дешевле. Посмотрите, какое качество. Какая замечательная вещь. Я не знаю, сколько он прослужит, как долго он будет, не будет ли он тут разваливаться, отваливаться, но на данном этапе, видите, тут и бархатка такая приятная, на данном этапе все замечательно, мне очень-очень понравился. Мы взяли для летних очков, мне кажется, здесь две пары уместятся, то есть вот такая вот отличная штука. Дальше. Ребенок взял себе очередную брызгалку на 100 миллилитров идет. В общем, делается это вот так. Одевается на руку, откуда брызгается. И вот видите, эту берешь в руку, это одевается на руку. Вот я вам покажу даже. Вот. И можно брызгать. И от них между друг другом идет проводок. То есть водичка поступает по проводу. Цена такой игрушки 55 рублей. Летнее удовольствие. Так, и дальше уже немножко бытового и пищевого. Повторила я активный гель Пемос. Универсальный. В нем... кило, в общем, 1.300 литра или 1300 миллилитров, стоит 99 рублей. Очень хорошее средство. Оно голубого цвета такого. Единственное, что я лью больше, чем необходимо, но это у меня так привычка такая, не знаю, дурная или нет, но... мне кажется, что тогда будет наверняка и чище. У меня ребенок мальчик, он постоянно пачкается, постоянно куда-нибудь в какие-нибудь лужи попадает. И я уже, чтобы точно отстирать детские вещи, лью побольше. Отстирывает хорошо, очень хорошее средство. Недавно я познакомилась с этими гелями для стирки. Раньше только признавала порошки, но оказалось, что это тоже стоит внимания и очень даже неплохо работает. Взяла полюбившиеся нашей семье два чая. Изменила я своей лисме. Стала я дружить с Тесс. Первый чай черный с чабрецом и цедрой лимона. Прямо все его обожаем. Очень любим. 25 пакетиков и цена, кажется, 55 рублей вот у Тесса. Я могу ошибиться. Обычно цена на пачке. В общем, либо 50, либо 55. Не буду придумывать. И второй Тесс Космополитен Пати. 20 уже идут пакетиков. И сюда входит гибискус. А вот гибискус, клюква и аромат грейпфрута. Он уже идет красного такого цвета. Очень вкусный чай. Нравится. Прямо очень нравится. И этот. Из неполезного разрешила ребенку взять одну водичку. Так, что это? Ванила Флайт, классический вкус. Безалкогольный газированный напиток. 0,33. По-моему, 25 рублей он стоит. Не знаю. Вот. Крайне редко я разрешаю такие вещи. Не люблю я лимонады всякие, газировки. Ну и, конечно же, снова я себе взяла вот такие батончики. Первый. Это арония для иммунитета. Меня девчонки все ругают, что надо читать полностью. Что арония — это черноплодная рябина. Но тут об этом написано. Девочки, честно, вижу, читаю. Вот здесь все об этом говорится. Да, это арония для иммунитета. Есть такие батончики, по-моему, в Ашане. Еще в каком-то, девчонки говорили, магазине. Намного дешевле. Но у нас нет Ашана. И единственное, где я их встречаю, это в фикс-прайсе. 12,50. И апельсин для тонуса. Вот. Вот такие вот. На них подсела вся у меня семья. И муж любит прямо с огромным удовольствием. И я, и ребенок. В общем, не буду я уже перечислять. И кот, да. Вот.
На кассе они обычно у нас лежат, и там я их и беру. Вот такой вот у меня сегодня получился набег на фикс-прайсе. Я этому набегу очень рада. Наконец-то я купила то, что хотела, эти органайзеры. Причем вот эти органайзеры меня два ждали. И тот, который для кистей, был один. Я сразу взяла и эти два, и этот один. Ну, а для помад было несколько, но я взяла один, потому что мне больше не надо уже. Спасибо всем огромное за внимание. Всем до новых встреч. И всем пока!